1 декабря в Казани задержали 38-летнего Радика Тагирова, известного как «Поволжский маньяк». По данным Следственного комитета России, Тагиров уже изобличен в убийствах 25 пожилых женщин и проверяется на причастность как минимум еще к 7 расправам. Переезжая из города в город, «Поволжский маньяк» расправлялся с пожилыми женщинами, проникая в их квартиры под видом соцработника или коммунальщика. Чтобы выйти на след Тагирова, оперативникам потребовались многие годы. «Поволжский маньяк» готовился к преступлениям, подбирая однотипных жертв, одиноких женщин в возрасте 75-90 лет, живущих в пятиэтажных хрущевках. Некоторых он встречал на улице и предлагал донести до дома тяжелые сумки, стараясь пройти в подъезд незаметно для соседей. В квартире преступник всегда орудовал в перчатках, а после убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак. Полицейские составили ориентировки, которые были направлены во все подразделения МВД по Республике Татарстан, а также соседние регионы. Кроме того, с мест преступлений удалось изъять генетический материал предполагаемого преступника. Комплекс проведенных экспертиз позволил установить личность подозреваемого. Сегодня он был задержан в квартире на улице главной города Казани. Тагиров ранее был судим по статьям 158 и 222 УК РФ. Освободился в июне 2010 года. Ты понимаешь, за что тебя задержали? Да. За что? По подозрению в совершении? Убийство. Убийств или убийство? Убийств. Убийств? Да. Кого? Бабушек. Бабушек? Да. То есть ты готов рассказывать? Ты понимаешь, что это ПЖ? Да. Ты готов рассказывать? Да. По каждому эпизоду. Сколько примерно у тебя? Ну, я... Не помнишь? Не скажу. Не смогу вспомнить. Не сможешь вспомнить? Скажите, пожалуйста, как вы выбирали своих жертв? Случайно. Озеро смотрел. Возле магазинов. С сумками. Все, и провожу до дома. И как вы попадали к ним домой? Ну, иногда звали, иногда напрашивался. Старался с сотрудником. Сотрудником чего? Управляющей компании. Чистящей вентиляционной шахты. И вот вас пускали женщины домой, и потом что? Угу. Душил, накидывал руку. Да, ну, со стороны спины. Все. Ну, и держал до тех пор, пока не устал. Пока не упадет. Почему именно вы душили, выбрали этот способ убийства? Тихий, быстрый. Не знаю. Без болезни. Для них, мне казалось. Менее болезненно. А вы помните, сколько жертв на вашем счету? Много? Нет? Не считал. Только из новостей. Скажите, пожалуйста, вы помните, как вы совершили свое первое убийство? Не полностью, кратко. А в каком году вы стали убивать? 10-й, получается. Или 11-й, не помню уже дату. А что вас подтолкнуло именно на совершение убийства? Спонтанно все это произошло. Кушать хотел. На улице над нами жил. Так получилось то, что вот попал в возможность. Легких денег взять, что ли, получается. То есть вы совершали убийство с целью ограбления, да? Ну, так получается, да. А нельзя было не убивать, например, всех женщин? Можно было, но я почему-то так не делал. Не могу объяснить. А почему именно вот вы выбирали? У вас все жертвы были женщины пожилого возраста? Да. Почему именно вот их вы выбирали? Не могу объяснить.